Красивую точку своим рекордом России. Скажи, что ты чувствовала и вообще, что этот рекорд для тебя значит? Спасибо большое за поздравления. Да, на самом деле уже давно идем к этому рекорду. И вот спустя годы, я бы сказала, удалось сегодня выполнить рекорд. Я очень рада и довольна, в принципе, результатом в целом даже, я бы сказала. Немножечко рывок, техническая ошибка была, но мы над этим еще будем работать, все как обычно. Очень понравилось, и было очень приятно. Поддержка публики. Вообще, мне под большим впечатлением осталось, под большими эмоциями. Это действительно очень радует, что наш вид спорта такой, ну, привлекает все больше и больше с каждым годом, с каждым разом людей, которые болеют, создают атмосферу. Потому что если бы не это, ну, было бы скучновато, но это тоже помогает, на самом деле, спортсменам, когда люди болеют, заводят. Это больше адреналина, и это здорово, когда так. Да, вопрос еще тренеру. Ну, год для красноярских спортсменов начался очень хорошо, насколько я понимаю. А вообще, Елизавете было сложно готовиться? Только игры БРИКС прошли буквально 2 недели назад, да, и чемпионат России. Ну и, в принципе, подготовка сложная, потому что мало времени. Но у нее есть еще наставник, еще один, ну, который помогает ей. Это Застимурович, Казбек Застимурович Залоев. Он хорошо подвел ее. Я-то дома, я с сыном на сборах, поэтому с Елизаветой работает Застимурович. И спасибо ему большое за это. Ну, она потерпела, она знала, что это как бы, ну, крайний старт в этом году, и нужно выложиться по полной. Тем более про рекорд России мы давно, правда, думали еще с 22-го года. Мы в Хабаровске первый раз на него кидались, как говорится. Вот сегодня это все удалось. Просто хочу поблагодарить всех тех, кто за меня болел, кто был рядом в период подготовки, также моему личному тренеру, тренерам сборной. Большое огромное спасибо за вклад. И всем желаю просто удачи, успешного выступления, показать свои самые лучшие результаты. И просто главное без травм, потому что здоровье у нас очень важно вообще в принципе в спорте.